Kevin Noobs. Всем привет! Решил я снова поиграть в Блоши. Это 7 уровень у нас. И, насколько я помню, дошел до Мегамена, до босса. Ну что, попробую тогда что-нибудь с ним сделать. Так, надо хоть вспомнить, как здесь все делается-то. Так, у нас босс 7. А, прикольно. Да, сегодня 4 августа. Блин. А, он прямо на меня приземляется. Я что-то не сразу понял. Так. А музыка-то будет? Так, ща надо приспособиться. Слишком близко. Так, а музыка точно в настройках не отключена? Music volume 100. Да не, вроде все нормально. Да что ж.
Да никак не могу перепрыгнуть. У него так мало здоровья, всего 90, вероятно, их очень сложно будет потратить. Надо еще дальше отходить. Конечно, хочется заспамить, но, вероятно, надо все-таки отходить. А ты кто? Его тоже убивать надо? Ой-ой-ой. Так, понятно, он вместо себя еще кого-то посылает. А если под это стоять? А, ясно. Надо как-то идеально подгадать, чтобы и потратить, и как бы и уйти потом. Ну ладно, потратил немножко. А, здесь же задом идти надо, чё-то прям. Ну вот в итоге 71 оставил. Он наводит, да, на меня, то есть он не рандомно пускает. Вполне, 69. Да. Надо как-то, наверное, наверх запрыгивать. Не, ну лол, это точно не баг, что музыки нету? Что-то вот я не пойму. Мне кажется, как-то все-таки должна быть. Он еще и прыгать начинает, вот жесть-то. Так, ну я думаю, это надолго. Наверное, дольше, чем Соника убивать, да? Ну, как бы он же позже идет, по идее, этот босс. Хотя, конечно, скелетик был слабоватым относительно. А может его вообще бить не обязательно, этого красного? Так, надо обратить внимание, сколько я минимально оставляю. Сейчас вот 69 было.
70. А, да, надо попробовать красного вообще не бить. Все время забываю. Просто уворачиваться. Ой, мало потратил. А, не, ну так же 70. Так. Просто улыбаемся и машем. Не так-то просто. А как тогда 69 получилось, непонятно. И, кстати, у Мегамена собственная полоска здоровья есть, как и в игре Мегамен. А вот 69. Ну, разница-то, в принципе, фигня. Не, походу его пока не убьешь, да он не отстанет, наверное. А, нет, это полоска именно вот этого робота, а не Мегамена. Но меньше, видимо, не получится. Не, ну без музыки это скучно слишком. Это же фишка больше, музыка всякая украденная. Почему вообще с 9 секунд начинается? А потом обнуляется, главное. На ЕЗ там, наверное, можно оставить сразу 50 или даже меньше. А может и вообще забить. Сразу же. Вообще 71 оставил. Ну, потому что я экспериментирую, там останавливаюсь. Не, у него я максимум пока половину оставлял. Наверняка тут и другие будут роботы, не только этот красный. Не, так близко... А, у него, кстати, осталось меньше половины. Но все равно так близко стоять, это, конечно, не вариант. В принципе, они отлетают-то по предсказуемой траектории, на самом деле. И, ну, как бы, можно не попадаться.
71 оставил, что-то много. Ну, в принципе, две пульки ничего не решают. Хотя в перспективе решают, вообще-то. Если там, ну, как бы, две пульки сейчас, две пульки потом, и в итоге, как бы, там, может, на целый цикл хватить лишний. Ну, еще пока мало смертей на нем. Да что ж. О, 68, надо же, рекорд. Опять 68. Да, не успел отбежать, уже видел, что летит, но... Как же не допрыгнул к нему. А зачем я выбежал? Раньше времени. Так, он... В принципе, он если, ну, одни и те же движения делает, то он делает одни и те же атаки. Так что можно приспособиться вполне. Да, вот это плохо, что я промахиваюсь. Опять вышел. Ну, продвижение, в принципе, все равно идет так, потихоньку. Так. Этого запилил. Оу. Вау. Ясненько. А интересно, у них тоже полоска здоровья? Чуть не вижу.
Ну ничего. Против того красного тактика понятна. Вполне даже не сложно. Так. А, да, есть полоска такая же самая. Ну, уворачиваться от этих пузырьков надо. Ну что там такое снизу прилетело? Ох, наш же напоролся. Не, ну реально без музычки уже как-то не то совсем. Может, это все-таки баг? Но не должно быть босса без музыки. Может, и старт мьюзик, но она вообще-то... Не, ну рестарт мьюзик это я знаю, это после смерти. Не, нету. Ну ладно. Ой, что я сделал? Привет, Тор. Ну, немного. Ну, ты меня сагитировал что-то. Ну, как бы тем, что ты... Да что я сделаю-то, ну? Так, ну, 68 нормально. Ну, точнее, даже максимум, сколько у меня выходит. А, прыски погиб. Вот, Тор, ты же видел эту игру, ну, до конца, да? Тут должна быть музыка или нет? Да? А куда она у меня делась? Ну это плохо, что у меня нету. Значит, у меня какая-то урезанная версия больше. Немножко неправильно сделал.
Ну по вечерам, наверное, Тор у тебя не это загружают все это. Все в одноклассники бегут. Фоточки лайкнуть. Ух ты, так это же не вроде не очень сложно, у него меньше половины осталось. Не, выходные все на дачу едут. Да что это было? Не спойлер, что? О, я 67 оставил рекорд. Но я не стремлюсь, но просто так получилось. Ну как бы нет, в смысле потратить-то много стремлюсь, но... Ну, давай послушаем. Все. Странно, почему же у меня нету? Обидно. Да что такое? Давай попробуй рестарт Боша. А, управление. Да, музыка хорошая, а чё она? Хочу, чтобы была. Нету. Может, у меня какой-то файл поврежденный, но вряд ли она бы не запускалась игра тогда. Пиратский боже. По-любому. Лайт версия. Они не фиксированы, что ли, падают? Пузыри эти. Не, главное, Lol You Died есть. Да не, при чем тут админ? Ну это бред. Что, у обычного юзера нету прав именно запускать музыку от Мегамена в Боше, да? Ну так сейвы, там логика есть. Так что что ты сравниваешь-то?
Ну, лол. Вообще их можно же перепрыгивать, а не только убегать. Не, ну хочешь, ладно, ну как бы, да, чтобы вот уже не было каких-то этих... от админа сейчас. Вот от админа. Даже в управление не буду заходить, проверю. Нету. Только мне неудобно на Z прыгать. Так что сейчас, наверное, будет фейл. Отвыкли. Ну, хотя тут, в принципе, не так жестко прыжок со стрельбой завязан. А, вот перепутал кнопку. Опа. Опа. А где? А где музыка? Да, мистика какая-то. Появилась. Сломал босса? Боже, фиг сломаешь. Скорее он сломает твой мозг. Так, пузырьки. Резкие. На ютубе? Ну давай. А тут по кругу уже нельзя на ютубе. Потише, да, надо сделать. Кстати, хорошее предложение проверить, что сейф работает. Да, сейф работает. А, надо, кстати, я неправильно сделал, но сейчас. Надо же не так сделать. Надо здесь музыку убрать. Так, а в миксере включить. Чтобы звуки из игры были. Кстати, Low View Dive почему-то не выключается отключение музыки в баше. Так, чего не сдох-то? Куда третий круг пошел? Ну, что-то не очень.
на один момент там затупил, из-за этого 71 оставил. На каком ты рандоме проходишь? Ничего не на рандоме. На рандоме невозможно пройти больше. Ну, по крайней мере, боссов. Стоп. Ты мне на плейлист, что ли, скинул ссылку? Это где он? Подожди. Блин. Нафига на плейлисты? Все. А, в скайпе, ну ща. Пусть там передается. Только я не знаю, у меня есть чем MP4-то зациклить. Это же как обычно видео. Что-то я его перестал за два цикла убивать. Жесть, вот это вот жесткая уже штука на самом деле. А, из-за того, что я свернул скайп? Блин, да, точно, наверное, не передать. Не знаю пока, как там уворачиваться. Ой. Взял, свернулся. Не допрыгнул, ну как мог не допрыгнуть? Если честно, рука уже устает вот так вот спамить. Да что это, ну... Вот пролетела целая серия пуль прям под ним. Куда это годится? Ну. Да это жесть, как от этого уходить?
Что это? Так, ща. Ща, пусть в скайпе там передастся сейчас. Пока послушаем, лол, юдает. Что-то не передается вообще. Скинь еще раз. А, это у тебя с интернетом проблемы? Ну ладно, тогда заново включу на этом и все. Обидно, когда столько пролетает мимо. Эх ты ж, чуть-чуть осталось. Да, ВК, по-моему, можно зациклить. Наверное, хотя... Да, вроде да, там можно. Но только если это аудио, а видео нет. Или видео... Не, видео вроде нет, только аудио. Потому что там плеер тут наверху, который открывается. ВК-шный. Вот в нем есть кнопочка зациклить. Да не, я бы мог бы и сам скачать с Ютуба, но просто, ну, как бы на стриме неохота этим заниматься. Привет, Доги Бастье. О, может ты знаешь, у меня баг, у меня музыка не воспроизводится на этом боссе. Не знаю, баг это или фича, но в общем нет музыки. Именно на боссе. Lol You Died и в телепортационной есть. Решается, не знаю. Не знаешь, ну ладно. Про печалька. Может это именно если из телепортационной до босса доходить? Я просто не понял. А, я из телепортационной, поскольку я ходил на дополнительные уровни. Из этого я в телепорте. Да ты что, не сдох, что ли, еще? О, все мимо пролетело.
Давай, добивай. О. Да что ж ты? По сути, тут дофига будет циклов, если я по 20 буду только тратить за цикл, то это печалька, это очень надолго. Но это по сути 5 циклов. До 61, не знаю, 68, 67 оставлял. Так, ладно, убьемся. А, все по одному разу. Ух ты, что произошло? А, я убил одного. Наверное, там можно перед ним постоять в самом начале, но я что-то не решаюсь. Ну, 68 все равно оставил. Так я 60... Не, дело не в этом. Я 67 оставлял, не стоя перед ним. Вообще 71. Да не, я так меньше оставлял. Ну, все равно 68, да не, вообще ерунда. Но я пока не знаю, насколько это критично, потому что я больше его не встречаю второй раз. Пока что. Опять я его убил в последний момент. Я предлагаю вот так включить. Просто вдруг, если включится случайно на боссе. Так,
Ну, рейп мод. Все равно 70, да не, вообще что-то не помогает нисколечко. Ну, 67 я и так оставлял. Вон 69. Не знаю, Тор, возможно, что отключается аппаратное декодирование, когда неактивно, хотя не могу это объяснить, почему, то есть, с чего вдруг оно отключается. По какой причине у меня рю закрыт? А, я потому что настройки не перенес, да? О. Не, спамят одинаково, абсолютно. Что я не то сделал вообще? А, у меня же еще гастры есть. Хотя, в принципе, меня тут просто убивают, независимо от этого. Так, и чегось? Let's go!
Да, главное вот этого пузыряку убить. Тот вообще слоу какой-то. Ну, я просто стоял там, конечно. А так, ой. Не добил? А, добил. Ой. Ладно, больше тайм. Может, Марио? О, это же Супер Мидбой. Этими стреляют. Как их там, пластырями. Мясо свое оставляет повсюду. Ой, кнопку стрельбы потерял. Ух ты, лол. Ну это ладно. Ну да, надо просто прыгать. Да что я на колечко-то толпочное попался? Лол, за один этот цикл. Мне кажется, или тут место, где он вообще ничто не попадает. Блин.
Тут мне кажется, или я в тот раз его вообще за один цикл убил? Я просто сейчас смотрю, что-то кажется, по-моему, невозможно. Не, скоро я так уже не смогу спамить. Ой, не в ту сторону поехал. Вообще не поехал. Ну, 70 нормально. Раз это не так критично. Мне это время-то не важно, да? Место один, ну ладно тогда, не важно так не важно. Вообще не попал, ну это фигня какая-то. Да что это? Это вообще провальная попытка. По-моему, в игре Мегамен он так не мог стрелять вокруг. Усовершенствовали, да, робота. А еще вот эти ему нифига не помогали в игре. А тут что-то внезапно. Боже, враг номер один, да? Враг моего врага, мой друг, что ли? Короче, пофигу прыгать. Я из-за того, что начал прыгать, я перестал доходить до второй фазы. Как меня убило?
Нормально, не буду ломать пальцы. Не, реально, прыжки они только доламывают. Боже. Почему из-за того, что я прыгаю, он стреляет хуже? Не очень понятно. Если эта фаза больше не повторяется, то неважно, там осторожен, не осторожен. Ну, заново начну, если что. Так, ну давайте, пузырики. Ладно, буду по старинке. Там я хоть даже за 3 цикла, но я все-таки его убивал. Вот. Ну, я понимаю, что не самый страшный, раз он идет в начале. Вряд ли в игре поставят что-то сложное в начало. Так. Что ж с ним делать-то, непонятно. Не, ну первые два пузырика явно не рандомные. Опять об эти брызги.
Опять куча пролетела под ним. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Причем тут рандомные атаки? Где рандомные атаки? Вроде все фиксировано, робот за роботом идут подряд. У самих роботов тоже атаки фиксированы, подряд идут. Все вроде закономерно. Он на третий раз сейчас полетит. А не, не успел. Зажали. Там кольцо летело. Какие? Нет, не было никаких боссов с рандомными атаками. Ни одного. А, ну так ты давай не спойлери там мне ничего. Да что я сделал? Не, все-таки эти пузырьки тоже чуть отличаются, которые вначале летят. А что ж ты? Привет, Dark Angel. Да чё неплохо, вон у Тора там 100 какое-то, 150 какое-то, по-моему. Как-то это не очень. Ну вообще, как бы это не имеет значения. Если бы я стремился как-то пропиариться, да, я бы это уже делал. Ну так, конечно, интересно, ну чисто просто для сведения. Dark Angel, приходи в четверг с утра, ну я, скорее всего. Будет то, что ты ждал на протяжении полугода. Во что он врезался? Странно, такое ощущение, что воздух. А, наверное, пол задел, что ли? А, второй раз еще полетел. В принципе. Ну, как-то неудачно они полетели. Да что оно?
Ну давай, добивайся, ну. Добил. Ладно, сейчас. Давай-ка еще раз. Без музычки, но совсем как-то уныло. Просто надоедает включать каждый раз. Да просто не хочу на третий прыжок выйти. Допрыгнул-то. Да, опять не допрыгнул. Да что? Я не понимаю, почему? Тороплюсь, что ли, или что? Хотя куда тут торопиться? Опять не допрыгнул. Вообще в него не попадает ничего. Опять обрызги. Летающего вообще непонятно, как убивает. Кажется, вроде такой простой, но не тут-то было. Это было мимо. Вообще же что-то долго стримлю, почти полтора часа.
Куда столько? Интересным способом я залез. Так, ну вот опять мы этого Айра убиваем. А, колечко. А, не успею. Успел, не успел. Неважно, мышка по экрану лезет. Надо убрать. Она же меня убьет сейчас. Все убрал. О, надо же. Так, давай красный пузыреголовый. Ай-яй-яй-яй. Чуть не это. Не попался. Фу, пронесло. Ой. На самом деле там можно перепрыгивать его. Но на кольцо можно нарваться. Так, надо попробовать как-то. Ага. Нет, перепрыгивать там тяжело, надо в последний момент как-то. Добил. Одна пулька оставалась.
Да, поначалу вообще кажется, что от колец уйти как-то только рандомно можно, потом уже понимаешь, что они очень даже закономерно двигаются. А, надо было наоборот сидеть. Ладно, еще пару попыток, наверное, и все. Ну, это не считалось. Как трясется. Ой, что-то я рановато выскочил. А когда бомба кидает, разве экран трясется? Сейчас посмотрю. Я просто не смотрел на это, ну, то есть трясется или нет. За что я ж так рано выхожу-то, ну? А, действительно, чуть-чуть трясется. Не, ну эту фазу я, в принципе, уже довольно стабильно переживаю. Пузырики, так, средне-стабильно, можно и лучше. Но я, по крайней мере, их понимаю, как проходить, просто иногда бывают, ну, как бы, ошибки, или сильно загоняют в угол, там, ну, зажимают. Вот. Сейчас норм. Колечко. Не знаю, насколько это растянется прохождение этого босса в сумме. И вообще, кстати, не знаю, когда в следующий раз буду больше играть, потому что, ну, я не знаю, как-то на рандоме решил поиграть. Ну, потому что он Тор играл сегодня. Чисто вот напомнил как-то, что... О, еще же больше есть.
Да по одной пульке в него попадает, ну это жесть. Тут даже комментить особо нечего. Да вообще, больше как-то, тут надо сосредоточиться, какие комменты. Может быть, эти все стримеры, они поэтому и не могут пройти больше, потому что они пытаются комментить как-то там по-серьезному. Ну, фиг знает. Это же отвлекает. Даже если кажется, что не отвлекает, все равно это отвлекает. Ну, по крайней мере, вот в так, ну, как бы, моменты, где нужно сосредоточиться. Какие-то есть, конечно, легкие моменты, где, в принципе, это не так важно. Да что это было? Не, при чем тут мастерские? Вообще пройти. Нет, так тем более я же тоже все читаю. Я имею в виду что-то помимо этого. Ну, типа, что там обычно в комментах говорится, да? Ну, какие-то рассуждения, еще что-то. Ну, как-то это... Ну, проходишь. С трудом. Ну, глазик прошел, я не спорю. Ладно, на этом хватит на сегодня. Я не собирался много сегодня стримить. Ну так, посмотрел босса. Ну и все. Без музыки тем более скучно. Надо будет на к следующему разу скачать просто и уже на репит поставить. Ну да, так и есть, Тор. Он не просто самый сложный, он контрастно сложный. То есть там на глаз тратишь около 1000 смертей, да? И на следующий уровень, на оставшийся уровень, ну, где-то еще там 300, да, в худшем случае, наверное. Вот, ну, слава богу, я глаз уже прошел, и 7 уровень уже прошел. Ну, в смысле, прошел я, имею в виду, сам уровень, а босс он, вот он. Ну, все, на этом всем пока, увидимся.